Всех приветствую, продолжаем знакомиться с египетской мифологией Бенну, Бен-Бен. В египетской мифологии птица, аналог Феникс. По легенде является душой бога Ра. Название связано со словом Бен, означающим сиять. Бену – тот, который из себя возник. Бен – это возникать. По легенде Бенну появился из огня, который горел на священном дереве во дворе храма Ра. По другой версии, Бенну вырвался из сердца Осириса. Изображался в виде серой, голубой или белой цапли с длинным клювом и хохолком из двух перьев, а также в виде желтой трясогузки или орла с красными и золотыми перьями. Существует также изображение Бенну в виде человека с головой цапли. Бенну олицетворял воскресение из мертвых и ежегодные разливы Нила. Символизировал солнечное начало. На погребальных папирусах книги мертвых Бенну предстает как одно из главных божеств царства мертвых. Нос господина ветров, великий бог из Гераклиополя. Олицетворение чистоты, с которой сравнивается чистота умершего, прошедшего зал Маат. Бенну также появляется на погребальных амулетах со скарабеем как символ возрождения. Название Феникс могло происходить от Бенну, а его возрождение и связи с Солнцем напоминают верование о Бенну. Однако египетские источники не упоминают о смерти божества. Вот так из Википедии о Бенну. В египетской мифологии птица, аналог Феникс. По легенде является душой бога Ра. Пока-пока, до свидания.